4 600 000 000 тенге выделено на ремонт дорог областного значения в Улутау. Сейчас изношенность трасс составляет порядка 45%. Нужан Танибергенов о том, как проходят ремонтные работы в регионе. Всего протяженность дорог по региону составляет 2711 километров. Почти половина из них в изношенном состоянии. На выделенный бюджет коммунальщики планируют отремонтировать всего 60 километров автодорог. Средний ремонт будет реализовываться 2 года. В этом году 301 километров отремонтируем, на следующий год оставшиеся 29 километров. С учетом выделенных в этом году бюджетные средства, хороший уровень состояния автомобильных дорог увеличится порядка на 5-6%. По большей части жители не устраивают качество автодорог областного центра. По словам водителей, ездить по дорогам весной становится сложно. В прошлом году улицу Деева сделали, в принципе, такая хорошая дорога. Но, как бы, если все мы налогоплательщики, как бы, не помешало бы в этом году начать уже делать хорошие дороги. Надеюсь, наши все ожидания оправдаются, мне кажется. И надеюсь, то, что в ближайшее время уже будем ездить по хорошим, стабильным дорогам. Чтобы улучшить качество автодорог Жезказгана, из городского бюджета выделено чуть больше 3 миллиардов тенге. Согласно проекту, ремонт пройдет на 8 улицах города. Планируется увеличение доли дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии с 61 до 63%. На данный момент подготавливается конкурсная документация, и до 15 марта текущего года будет объявлен конкурс о государственных закупках. По словам коммунальщиков, работы начнутся в мае. В этом году также будет продолжен ремонт дороги, ведущей к мавзолею Жошахана. Для этого из госбюджета выделен 1 000 000 000 тенге. Нуржан Танербергенов, Нурбол Оздыкбаев, Кульшахира Серикбаева, Хабар 24, область Улутау.